It's like leaving the subway, stepping into the light. It's like seeing the sunrise at the end of the night. It's like starting a fire that's keeping me warm. It's like seeing a rainbow at the end of a storm. You're красивые, такие у меня счастливые. Может, каждый год в этот вот день вы отмечаете обязательно. И чтобы с каждым годом ваша любовь крепчала. Это у меня самое красивое, самое замечательное, самое доброе. Подсказывай. Самое доброе, моя Данька. Я рада, что ты с Пашей. Паша тебя терпит. Точно так же Сашенька терпит Пашу. И точно так же Сашенька его прощает. Это взаимно. Да. Ребятки, как вот всегда желают счастья, да? Счастье, оно куется. Бывает с искрами.
Я думаю, у вас искры эти уже пролетели, поэтому как бы вы уже не первый день вместе. Вот. Удачи, естественно. Ну, удача тоже такое дело, скажем так, поймать надо птичку за хвост. Вот. А здоровье будет тогда, когда ваши близкие, родные, и у вас будет в семье уют. Уют будет, тишина, покой, когда вы плечо о плечо пойдете. Дороги у нас на Псков еще не очень тяжелые. Сами знаете, ямы там, ухабы. Но вдвоем, рука об руку, их можно пройти, и тем более на скорости Павлика, очень даже и ничего. Любое великое большое начинание начинается с чего? С фундамента. Прежде чем заложить фундамент для любого большого серьезного дела, что делают? Ну вы, наверное, видели неоднократно где-нибудь по телевизору. Выкапывают сурт и закладывают капсулу для будущих поколений. Мы вот вам такую небольшую, вот такую железную капсулу в основании, так сказать, вашей семьи, вашей ячейки общества. Through every pain and sorrow, the adventure of tomorrow, the joy of every morning. Там подарок, кстати. Да, они просто забыли сказать, там на самом деле подарок. Если надо будет, распилите, ладно? Мудрость гласит: в жизни существует только два богатства, которые нужно беречь. Это здоровье и жена. Ведь известно, что жена – венец счастливой семейной жизни. Она заменит друга и станет опорой. У хорошей жены муж – золото. Мне хочется поздравить жениха с обретением такого богатства. Главное здоровье, ребят. Все самое главное здоровье. Как многие знают, идеальных семей, идеальных пар, наверное, не существует. Но я надеюсь, что на своем примере вы нам покажете, что они существуют. Through every pain and sorrow, the adventure of tomorrow, the joy of every morning will be yours. My love will be yours. Пусть вас жизненный локомотив, даже, наверное, не локомотив, а сапсан. Он движется в одной сцепке, скрепленной очень сильными объятиями вашими, да, узами, вот по одним рельсам. It might seem crazy, what I'm about to say. Sometimes she's here, can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. Ищи жених утехи. Эй, невестушка, не ной. Были вы два человека, стали вы одной семьей. От души поздравляю вас с законным браком. Теперь вы стали мужем и женой. Горе и радость делите пополам. Терпение, удачи и счастья вам.
родите девочку и мальчика. Хватит. Как скажете. Битый олень Паша, нашей амазонкой Сашей. Каждая счастливая семья должна иметь свой дом, маленького ребеночка. Мы бы нарисовали второго, но у нас мальчик не широкий просто, по спине был. В лес один ребенок. И посадить Паша должен дерево. Ну а это вот символ вашей любви, наверное. На нужном месте. Самое главное. А тут все без слов. Форд 703. И я люблю Саню нон-стоп. Вот это от меня. Ходите, не бойтесь. Саша Сипашники. А это от дяди Володи. Он не смог из Ленинграда приехать. Вот передает вам. Ну, вот когда Господь создавал женщину, он каждой женщине вкладывал кусочек сахара. И вот помощник один его апостол в одну из женщин положил два кусочка сахара нечаянно. Так вот, давайте выпьем. Да, и с тех пор мужчины стали искать вот эту самую сладкую женщину. Давайте выпьем за то, что Паша наконец-то нашел свою самую сладкую женщину Сашу. За вас, дорогие мои. За любовь, тепло, верность, за все, за все. Уважение друг к другу. Ну, самое главное – здоровье. Здоровье родным, самое главное. И всем, кто здесь есть, конечно. Тоже самое главное. Не болейте! Законным браком брат тебя. Живи ты женушку любя. Не бей ее и не ори. Ей каждый год детей дари. Пусть холостяцкий мир забыт. Дели с ней дом, зарплату, быт. Коль тяжело, подставь плечо, целуй ее лишь горячо, друзей и родных не забывай, в гостях хоть и редко бывай, пусть сладкий завтра будет зорька, ну а пока мне... Бабуля, мой самый близкий родной человек на свете. Море удачи и дачи у моря. Спасибо всем друзьям, что приехали, поздравили. Спасибо организаторам. Очень все очень хорошо, очень красиво и очень вкусно. Наши любимые, наши дорогие родители. Сегодня, в один из самых запоминающихся дней в нашей жизни, мы не можем вас не поблагодарить. За ваши любящие сердца, за поддержку, которую вы дарите нам, тепло, нежность. Просто у меня нет слов, чтобы передать всю свою любовь. Спасибо вам за то, что вы делились с нами и горе, и радости. Никогда не требовали ничего взамен. Я вас безмерно-безмерно люблю.